так вот, как-то так сейчас. А что домой не возвращаешься, блин? Мамке опять? Она ворчит, ё-моё. Выпить не дает, да? Конечно, нет. Старенькая она ворчит на меня. Мой мальчик, ку-ку. Вовка, спишь, что ли, паскудники дожились уже, блядь, ёпстаны. Дедушка! Хуй тебе, не хлебушка! Дедушка! Вот, ребята, глубокий сон, тихий час, блядь, видите? У них тут все. Дедушка же кроссовочки он снял, блядь, одно. На, Вовчик. Да нет, что, я посижу, ты сейчас будешь что-то рассказывать, какие-то истории, что у тебя случилось, на? Почему ноги отказывают у тебя? Устал просто? Да нет. Ты, наверное, сегодня плясал, пока меня не было тут. У костра, наверное, танцы с дедом, на. Оба уплясались, блядь. Я пойду купаться. Ты купаться пойдешь? Ты, блядь, оттуда до кресла дойти-то не можешь, он купаться собрался, блядь. О, ха-ха, дедушка проснулся, ну. Опа, сейчас, давай, дед, иди за стол. Не одевай кроссовки, иди босиком, что ты, блядь, ты уж дома. Опачки. Сейчас, сейчас дед будет подниматься, нахуй. Пойдешь купаться. Куда пойдет он, до кресла-то же хуй дойдет, нахуй. Дойду. Ну-ка, давай, дед, покажи мастер-класс, то рыжий сейчас. Не мог дойти, два раза падал, три раза, блядь, тебя звал, нахуй. С праздником. Давай, да, оп, дедушка, спина перестала болеть даже резко. Пойдем купаться. Все. Купаться. Пошли, давай, купаться. Дед не говорит, не хочу мыться, нахуй, да? Хочу жениться, нахуй. Да? Нет. Не хочешь? Мыться лучше будешь. Выбирай, дед, или жениться, или мыться. Мыться. Вовка, ты такой пушистый, блядь. Опа, дедушки ножки, блядь, немножко подкашиваются. Они, наверное, тут сильно ждали меня, да? Всем дай бог здоровья всем. Ну, дедушка, молодец, всем здоровья желает. Вова, ты что, открыть не можешь пачку, что ли? Давай покурим. Купаться. Не пойдем. Пойду. Ребята, иди, вон как, ты. Видишь, купаться хочет рыжик, нахуй. Вчера же он там... Хуярил. Спал? На улице спал, что ли? Да. А ты дома один сегодня спал? Че, выспался? Да какой выспался? Пока. Сейчас покурим и купаться. Ты в тазике будешь? У меня две бутылки стоит. Ну ладно, что, дедушка, если хочешь помыться, так ему надо помыться, то что? Он все праздники грязные ходят. Ну помыться, а он, блядь, сейчас нахуй тут. Нахуй, прям присели. Да? Блин, он, блядь, а ты рыжий сам-то не, ты не сможешь, у тебя ножки-то подкашиваются, ты же не сможешь его помыть-то. Да нет, ножки. Дед, блядь, блядь, трудные, блядь, види. Работа, тяжелая у них работа, блядь, да, выпивать. Ой, блядь. Сейчас, дедушка, опа, опа, оп, 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 чуть-чуть не дошел. Чуть-чуть, блядь. Ну, дед-то раз упал, блядь. Да, костер. А костер потух уже. Ну, дед, блядь. Земля, земля. Воздух, воздух, земля, земля, нахуй. Дед совершил земля посадку. Земля поднимается. Земля поднимается? Или... Дед, блядь. Просто качка. Ну, давай покурим, а. Он открыть не может, подожди, видишь. Он сейчас, ты бы видел, как он падал тут, блядь. Покруче тебя. Ты хоть дед, один раз упал, блядь. А он три раза. Там упал, тут упал, тут упал. Да, Вовчик? У нас бутылки там, блин, стоят. Я, ну, давай покурим, а. Ты мне нахуй я покурим. Покури ты, покурим. У меня бутылки там стоят. Где они стоят у тебя? Вон они стоят, бутылки-то, Вовка. Вода. Ну, не, вот бутылка лежит у тебя. Дед, возьми, выпейте. Тупо не, блядь, с похмелья, блядь, болеешь, на. Ну-ка, ребятушки, тут что за сумочка на себе ее, наверное? Да там нет ничего. Не, под инструменты, что ли, себе взять ее в машину, блядь. А? О? Нет. Опа, Вовчик. Дай, а? Бля. Так, дедушка, рука тянется, тянется, нахуй, да тянется, блядь, все. Здравствуй. Все, дотянулись, нахуй. За это-то ебано нахуй курить надо. За чё? Курить хочу. Вот. Курить хочешь?
А вас же приходил кто-то сейчас? Кто-то приходил, две пачки выкурили у него. Никого не было. Да ты спал, наверное, Вовка, блядь. Не было. Был, я только что его встретил. Вовка, кто он был-то? Не было никого. А ну, босиком нет. Куда я пошел? Пописить? Ну, ладно. Дай свечку, брось мне, пожалуйста. Я ищу сам. Вот пизда старая. Так что, все, не ведет, ни снега спичек нихуя. Да? Отцы корыжи, бля, какой. Сам в одного курит, бля, деду. Молодец. Где спички экономят, нахуй. Опа. Он горит, нахуй. Дед, блядь, раскурил, нахуй. На, сам. Да все, он раскурил. Все, дед, блядь. Заебись, да? Ай, все. Спасибо. Да, не за что. Че рыжий, блядь? Че ты не бреешь? Да как ты что не бреешься, блядь? Да я-то хули бич. Ну ты нихуя бич, блядь, смотри, в спортивной футболке это новое, нахуй. Он рыжий побрился, да, рыжий? Рыжий тебя так к сестре не забудь. Дед, ты не помнишь, помнишь, нет, ему куда надо завтра идти? А? Помнишь, куда ему завтра идти надо, рыжему? Не знаю. А, не помню, нахуй. А рыжий ты помнишь? Нет? К сестре тебе надо к Лариске идти. Завтра. Трезвым. Ну, значит, пизды. А, будешь пизды получать. Не, ему там надо документы сделать. Ну, пизды не получу, конечно, но это не считается. А, не считается, нихуя не считается. Все считается, да? Да. Это чисто. Пизды будешь получать, как это. Это чисто. Хоть она и тебе младше или старше. Постарше. Я мелкий. Я буду тебя это, начну тебя как ебашить там. Только это, укрывайся. Только шубу заворачивайся, да? Да. Ногой не должно быть. Ну, сестренка не должна, да. Ну, Паша, ой. Прости, пожалуйста. Да, ничего, дедушка, что, устали сегодня, уработали сегодня, да вы? Кого, да хуй? Не работали сегодня, нихуя. Mm. Просто так, выходной у вас сегодня? Сегодня у нас выходной. Вовке что-то болячка какая-то на ноге, блядь. Обжегся. Да? Пьяный же? Пройдет. Конечно. Ну, пьяный, в трубе. Обжегся. Ну, у тебя ногти по деревьям лазят, нахуй, ну, да? Ну, ладно, ребята. Спасибо вам. Большое. Как они? Подписчики. Подписчики. Спасибо большое. Ну выпей хоть за здоровье-то. За свои. Вон. Пока не бутылку нахуй. Давай, ну, что, сюда. Все, бросил пить. А? Что ты дед? Бросил нахуй? Пить. Давай сюда, я дед хочу выпить. Ну, пожалуйста. Вот что, мне жалко, выпить. Что ли? Пей, пожалуйста. Давай, тащи сюда. Вовка когтем ее. Поцарапает нахуй. Подписчики, спасибо большое. Дай вам Бог здоровья. Всем. Да, Вовчик, выпивай хоть спокойно. А что там вообще за? Ну, что-нибудь. Блять, а? Вовка. В мышке не отдал 100 рублей. Кто? 100 рублей? 500, я 500 ждал. Ты не отдавал никому деньги? Я тебе дал, кого ты делал их? А я откуда знаю? Ты в трусах был, рыжий. Ты в трусах был. Вот здесь лежал, Вовчик. Рыжий. Вот здесь 500 рублей тебе давал. Ну-ка, я, ищи здесь, не знаю, значки. Где? Здесь он лежал, я 500 рублей давал. У тебя, поди, ёбан у вас там кореш-то ваш. Питик. Это давай. Приходит, сука, козел. Слышь, козел, а? Ты давай нахуй мне, мою курочку мне. Не, вот здесь посмотри, дед, подними. Где-то, подними. Я ж 500 рублей ему давал. Куда там заныкал нахуй. 500 рублей. Не знаю. Мне похуй. Ну, в общем, проебал что ли, блядь. В трусах-то не день положил. Да, нет, да не. С
вспомни, ты здесь не вставал, а тебе подал деньги. Ты никуда не ходил, рыжий. Нет, рыжий, ты в постели был, там где-то сныкал. Вот там. Ты лежал, я тебе дал? Подымай нахуй всю мою башку. Там 500 рублей. А сколько? Я знаю. Ебаный. Вон там штаны лежат, может где-то там, посмотри. Давай сюда. Ну, рыжий, проебал, походу, дело питик, блядь. Ну как ты куда мог проебать? Никуда не ходили же. А ты мне вот дал 100 рублей, помнишь? Ну. Че, и че, и 500 рублей нахуй, брат, его ебали. А как ты проебал-то? Что за хуйня? Как ты проебал-то? Вы же никуда не ходили, блядь? Никуда я не ходил. Только на водке, нахуй. Рыжий, иди ищи там у тебя. Блядь. Может, штаны убрал туда. Где штаны? Вон, ты же никуда не вставал, блядь. Я тебе дал 500 рублей, ты все. Ну, ебать, вот так вот, ребята, деньги, блядь. Им даже деньги давать уже нельзя, не провел. Деньги, не отходя от кассы. Где штаны мои? Вон там лежат. Вон, дед. Ну, давай штаны мне сюда. Сюда, вон те штаны. Вперед. Ну, блядь, дед нах. Ползком, иди сюда. По-пластунски нах. Штаны мне сюда давай. На. Давай мне штаны. Я, цыка, не дотянул нах немножко. Давай штаны мне сюда. Че, хуёво? Там, дед, молоко попей холодного. Пожрать там есть сосиски. Хули, ребята, они есть, не хотят нихуя. Знаешь что? Извини, пожалуйста, эти сосиски не привози. Больше не привози? Лучше банку возьми, банку. Это... Каша? Не каша. Тушенки? Тушенки? Да нахуй у нас есть тушенки. Ну, блядь, что-то банку-то привезти, что тебе, блядь? Там он помидоров привез, лечо привез вам. Что банки? Да нахуй на это лечо. А что привезти-то, блядь? Лучше привези вот, лучше банки. Пустые, что ли? Не. А все. Нет тут. Бля, рыжий, как ты засунул, ты что, не помнишь, что ли? Лучше привези вот банку какую-нибудь, вот, знаешь, борща. Борща? Да. Я там тебе вон эти привез, кости мясные, вон, сыры, сваришь потом что-нибудь пожрать. Слышишь? Слышу. Там, блядь, потом хлеб, да. Паштет. Нахуй будем, нахуй сидеть. Че ты? Да нет, Вовка, ищи. Туда заныкал, блядь, ты не мог никуда, блядь, ты не ходил никуда. Дед, посмотри здесь хорошо у него. К вам 500 рублей дел-то? Я откуда знаю? Может, ты себе в храм положил? Нет. Да нет, нихуя. Да как нихуя-то, блядь, ёпта мать, я тебе подошел, вот здесь дал, блядь. Ебать тебе сраку. Вот, сюда дал, ты здесь сидел. Может, под одеяло посмотри, где он положил? Ну, ебаный в рот. Куда, блядь, все нахуй забрёт? Блядь. Чё? Ты дал мне. Давай нахуй, доставай нахуй деньги. Нет у меня их. Было бы, я бы тебе дал. Вложи все карманы. Вовка. Вложи все карманы. Мне похую. А мне тоже похую. Во. Чё? Ой, блядь. Вроде зажигалка, блядь. Нахуй мне твоя зажигалка не нужна, ебаная. Дед спички просит, две зажигалки у него. 500 рублей было, нахуй, и все. А откуда я знаю? А слышишь, рыжий, тебе приходил только что какой-то парень-то, ты ему не давал? Кто такой ходит такой?
Может, он тебя взял, нет? Куда ты? Ты там лежал, может, кого-нибудь заныкал, посмотри, Вовка, он там в постели у себя. Может, кого-нибудь запрятал там, начку. Ты что у тебя, блядь? Ты же не мог никуда их потратить-то, блядь, никуда не ходил. Подниму. Хули мы с тобой пьем, ебаный нахуй. Пьем. Да давай нахуй, поднимай задницу. Где 500 рублей? Откуда я знаю? Пятихатка денег. Слышь, я тебе еще раз говорю, ты здесь лежал, ты здесь куда-то запрятал ее нахуй. Ты не мог никуда ее, блядь, деть-то. Хули ты мозга ебешь, что никогда не вставал. Даже 100 рублей бы, блядь, и то бы хорошо. 500 рублей, нахуя 100 рублей, там 500 рублей было, я вам 500 рублей давал. Ищите, хули. Не знаю. Че, хуел, что ли? Пусть смотрит, куда он. Че, смотрим? Че, наверное, смотрим? Где 500 рублей? Ага, я ебнул, да? Да пошел ты нахуй. Сам ты пошел туда. Где 500 рублей? Блять, как бы мы, блять, бросить меня пить, сука. Да пошел ты нахуй. Да я пойду туда, дай мне. Че тебе, да? Уйди за съел. Ага, сам сосед. Хуй соседит, блядь, сам сосед, блядь. Рыжий, блядь, всем хуи, ты хочешь поставить, да, да, рыжий, блядь, падла. 100-500 рублей мне куда запрятал, нахуй. Да он пойдет, потом найдет. Найдет, нахуй. Ты, блядь, найдет. Че хули ты бросаешь сигареты? Да мне вообще похую. Я буду бросать их, и мне похуй. Дай бросать. Я вот сейчас... Я уже подписчиков попрошу 100 рублей. Мне только 100 рублей надо. И все, я уже... Да они тебе дадут, и мне дадут. Да на, отец такой, весь такой козырный, весь такой расхозырный. Старому-то дадут. Иди нахуй, ищи нахуй, куда 500 рублей. Нихуя, тысячу, нахуй, это тебе отдали нахуй, а мне хули, нихуя. Чужие, да? Да, у меня хули, у меня. Дай покурить. Не дам, пошел нахуй. Иди, шабай нахуй, чинарик. Я рыжий, блядь, деда, блядь, побрил нахуй. Хули, блядь, дед, вставай, я буду, блядь, переживать здесь, искать вам ваши 500 рублей, блядь. Не знаю, куда он. Куда он, рыжий, сука, падла, блядь, запрятал их, нахуй. Пить их, блядь. Точно рыжий никому не давал этому пахе, блядь. А, рыжий. А что, был пахнет? Был, я сейчас подъезжал к вам, он, блядь, здесь. Рыжий, блядь, ну ты что, ну реально, блядь, я уж 500 рублей куда дел, нахуй. Че, блядь, ведем себя, блядь. Дай сигаретку. Нахуй, сам иди туда. Ты скажи, дед, иди ты нахуй, дед, скажи ему. Нахуй, мой, не улыбайся. Кидай. На улице нахуй спи. На улице будешь спать. Спасибо. На улице будешь спать. А это... Вован, а куда вы водку дели, которую я вам дал? Может, там куда-то припрятал ты ее? Или все выпили ее? Дед, я тебе дал водку-то, 4 пузыря. Где? Ну-ка нахуй это, блядь, переверну 4 пузыря. Погоди немножко. Чего погоди?
Да это что, сука, за наказание? Давай, давай. Я, блядь, давай. Войнеться не могу. Ну-ка давай нахуй вон там сейчас. Да хули она не горит. Да я хуй сосед. Я в рот тебя ебать. И то я хуйни. Забыл вообще. Ну и че? Вон дед спички, блин. Рыжи, может, в носки положил? Я не знаю, слышу, вот. Вон висят носки у тебя на дереве. Конечно, можно пользоваться. Когда я выпишу, можно пользоваться мной. Ну, можно пользоваться. Иди нахуй, вон туда, в шалаш. Ты на моем шалаше тут близко нахуй не стой. Да пошел ты, знаешь куда? 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 Скажи, пуп сарапать. Пуп сарапать. А пуп сарапать вон туда поешь. Я хоть куда пойду, не похую. Да? Да что? Ничего не боюсь, да? Хуй соси. Хуй соси, дурак ты ебаный. Эй, ты дурак. Рыжий, блядь, хуй, деда хуй заставляет сосать, блядь. Эй, чё, хуёв, что ли, блядь. Давай нахуй, ноги нахуй, вставай четверенькой, пошёл нахуй. Я пойду. Куда дед пошёл? В шалаш пойдёшь? Короче, давай это, пьемну я немножко. Ты чё, твою мать, это что за нахуй я такой? На, лови, и вони. Спасибо. Может быть, сдохнешь, сука, в моей жизни. Дурак, что ли? Я нихуя, даже тебе говорю, живи 300 лет. Вот и ешь. Мне еще больше упрекать, что ли, за это? Я не упрекаю тебе. Хочешь кушать, кушай. Ты упрекаешь меня. Вот. И что я тебя упрекаю? Сделай там, блин. Ладно, нахуй, кури нахуй. Вот курить я буду курить. А я кури. И курить буду. Хочешь кушать, кушай. Денег нету у нас. Да как нету, блядь, ищи, ты положил их, блядь, ёпта мать. Я знаю. На вам, блядь, еще дам по 100 рублей с дедом, блядь. Вот он, 200 рублей, блядь, последние деньги, можно сказать, забирайте, на. Вам, по 100 рублей с дедом. Ну, потратить. Ты, блядь, такой конь, блядь, положи их нахуй, вон, конь, под стол, что ли, блядь. Ты, блядь, 500 рублей потом ищи, рыжий, 500 рублей я тебе давал. Ты никуда же не уходил. В трубочку. В жопку. Дедушка, загони его в трубочку. В жопку. Дед, блядь, ты куришь или что? Блядь, рыжий. Питик проебал, блядь. Вот, сука, рыжик, да, дед? Дед, на, тебе, наверное, деньги давать, блядь. Ты не проебешь нахуй, да? Не. Ну, сотку ты мне дал. Ты проебал. А ты говоришь, не проебу. Проебал. Как проебал-то? А как? Ну и нахуй мне нахуй прикурить, нахуй хочу курить. Зажигай, я хочу курить. Зажигай, сделано в России. Да ты не прикурил нихуя, блядь. Сейчас сгорит нахуй дед, блядь, на работе, блядь. Не. Рыжий, деньги в жопу засунул, не потеряешь хоть? Да хули потеряет, да, блядь. Да вы заебали, блядь, ищите нахуй потом. Дед, ты только и помни, что 500 рублей у вас здесь лежит. Я откуда знаю? Не, дед, я ему здесь давал, он лежа же лежал. Да дед, нихуя не помнишь. Рыжему завтра тебе к сестре еще идти, не забудь. Да пизде получше. Не, ему надо паспортом делать.
пизды получу. Кто? Я что ж пизды получу? Не охуёшь. Давай вам. Нахуй меня это? Слышь, на моём мозге ты нехуй делать. Ага, опять началось. Чё он? Я сказал, на моём мозге нехуй делать. Чё он, дед, выгоняет тебя? Я здесь посижу, сюда покурю, спокойно. Да, там встроено. С утра, блядь, пьем, куда пьем? Ага. И чё? Да нихуя. Пизда старая. Дед, видите, как себя критикует, блядь, да, дед? Сам себя критикуешь, блядь, да? А, нахуй. Заебался? Я уже, блядь, пизду. Вот думаю, как бы завязать пить. Как, не пей, да и все хули? А. Не можешь? Пить хочешь? Ну, бесполезно. Хоть... Ну и что, будешь сидеть вот тут у меня? Да не буду я ебано нахуй сидеть вон цвете. Почему? Не ебано нахуй. Я нормальный мужичок. Да нормально, я тебе говорю. Это поговорка это. Да материшься. Это мат. Это плохое чувство. Мат это плохое чувство. Ты разве только что дедушку письку сосать заставлял, блядь? Нельзя, ребята. А мама, Скажи же. Нельзя ругаться. Мат это плохой чувство. Да? Почему? Мат это очень плохой чувство. Ну что есть в твоей вон жизни? Это... В твоей жизни есть много. В этом много. Сидит на этом. И все. На чем? Ну вот так. Как тебе сказать-то, я не знаю. О. На этом. Блин, кто на меня вспомнил? Вон дал он, в трусы положил, в жопу засунул, ну. Он смотри, блядь, проглотил. Давай, освободи мне, Майк, ну ложи. Ну ложись. Я хочу. Ложись. А я пойду вон на крышу сяду. Можно, да. Когда интересно рыжий деньги положил, блядь? Не знаю. В жопу засунул, блядь, точно, наверное? В трубочку, нахуй. Дед, если что, деньги у него в жопе лежат. Не знаю. Были бы у меня другое дело.